Надежда тает. Кофер, тебя ты где? Я тебя не вижу на платформе. Дашка, ты вставай, тебя арест. Коферти, ты если улетел, покидай, пожалуйста, тело и лети давай. Коферти, ты здесь? Коферти, Коферти. Есть в РК замена какая-нибудь? 28 человек. У нас есть слот для ДД. Если вы хант, то хорошо. Козырь, ты тут? Хочешь кем-то пойти? Так он Армагеддоном, не? Это Козырь. Я не знал. Угу. Вон он зашел, что-то написал, релок или что там, он Коферти пишет, ВРК. Сори, я не видел, ну просто офнутый, не офнутый, а мертвый там. Давай, заходи, плюсы. Да, не кидай, на тебя мертвый. Он из рейда ливнул. Ну а раньше из гильдии там, в начале трая. Наверное, потому что Марат. Пидорас один есть в РК, которому я выключал чат и голос, блин. Мутант. Танчилья морды на РДД. То есть постоянно поворачивайся. То есть пробежал, провел, остановились, развернул морды на РДД. Нет, нормально все будет. Дайте шкаф, пожалуйста. С миликом. Блин, два трая, мы оббегаем твою метку. Добавьте, пожалуйста, Коферти в гильдию. Не знаю, что теперь всего ИПГП делать, Питер, ебаный, не мутан. И шкаф, поставьте логики, шкаф. Не снимай ему мут там, не разблокируй ничего. Он, блядь, сейчас люди из гильдии поливают, нахуй. Он же у нас самый умный, блядь. Давай, Куба. Не ПГП, можно будет по видео посмотреть, вроде как какие-то цифры там можно увидеть. Я когда начислял, потом посмотрите. Чек, на пол.
против мутанта. Мутант. Лапу дайте. Ай, блядь, мутант, ну ты думаешь, мы будем под тебя подстраиваться? Ливай нахуй отсюда, попортуйся в Долоран, блядь. Я не знаю, блядь, это хуйня какая-то в голове у человека, блядь. Так, а зачем ему даете ему? Разве говоришь что-то? Он не говорит. Да, он включает во время трая любую музыку или там, знаешь, этот записи какие-нибудь. Я ни разу не слышал, потому что он включал, я запустил лича, давайте, вставайте на места. Он дурью занимается, он линканул сейчас макрос, и недалекий человек, и он нажал этот макрос, блядь. Потом MCD восстанавливай ЕП, блядь, смотри по видео, нахуй. Так где он там улинковал, я что-то не вижу. Ну в РК прокрути наверх, там написано. Ну вот, G, quit, build, quit, макрос, короче. Кто-то попросил макрос на удаление камеры, мутант скинул эту поеботу. Он же у нас сам. Из хант, короче, отдалил себе камеру, ливнул из гильдии. Ну, камеру звезду точно отдалил. Давайте в звезду, пожалуйста. Я РДД в кружок. Ой, милики в кружок, РДД в звезду. Все, закрываем рты. Бьем босса. 10 секунд до пула. Бейте фласки, у кого нету фласок, дайте ДПС нормально. Не улетаем на ловушках, не умираем протопалы. 3 секунды, пейте банки. 1 секунда. РДД ловушка, милики стоим. Чума. Эндора. Хорошо. Милики ловушка, мили зона ловушка. РДД. РДД ловушка. 3 секунды чума, приготовились. Поворот. Диспел. Хорошо. Забирай, пожалуйста, вурдалаков. 3 вурдалака на тебе должно быть. Протопал ловушка. Протопал ловушка. РДД в звезду, милики в кружок. Пушка в тотем. Шаркающий стан. Протопал, не поворачивайся спиной к этому шаркающему, куда сбегаешь. РДД. РДД ловушка. РДД ловушка. Эндора чума. После этой ловушки уходи подальше. РДД ловушка, уходи. Уходи до столба. Испел исступление. Красную каплю протопала. 2 красных капли. Ловушки все на край. Все, ушли на край. Ушли далеко на край, протопал, уводи далеко. Всем привет. Раз, раз. Привет. Ну, еще кто вам нет? Сейчас у нас трай, трай. Стань его, не поворачивай его в рейд, стань. Зачем ты их забираешь? Пока никто не нужен. Стой, бьем стой, стой. А, все нормально, нормально. Иди, иди, духов, иди. Бьем петов, смотрите, чтобы вас петов не убило. Гильдал, щит себе и гимн на ману. Шаманы, ставьте тотем. Иннер, Трися, заливай. Сфера. Локи, помогайте сферой бить. Я сам все побью. ШП бьем сферы. Эндора сферы. Я сферы. Бейте духов.
Все за спину Лича, чуть-чуть справа от него. Духа, подводи аккуратно, только под салом, чтобы он не дыхнул в рейд. В звезду становимся. В звезду. Давайте рост. Станы валькиром точечно, без гнева, никакого гнева. Станы. Я в трусах, трусы. Набрали рейндж, вышли из-под валькир. В повороте лужа, вышли со сквернения. Круг, трусы бьем. Добили круг. Давайте, Лича в центр, весь рейд в центр. Становимся кучно в звезду. По моей команде. Лужа, я назову ник, вправо бежит. Только осквернение вправо к ледяному трону. Все остальные влево. Готовились станить вторую волну валик. По моей команде осквернение вправо. Готовимся станить. Станы. Бьем трусы. В трусы приоритет. Трусы играем. Все три вали играем, но трусы приоритет. Стан, ауе стан давайте. Отлично. Те две вали, ауе стан тоже, ауе стан. Ромбик, ромбик стан и доливаем. Осквернение. Набрали рейндж. Набрали рейндж. Все отошли от Лича все. Бокоход лужа. И все в центр. Центр, в центр. Звезду. Все в звезду. Кучно в звезду. Быстрее, 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 звездочка. Готовимся, станем в вале. Как первую волну ретрики. Давайте. Круг и трусы бьем. Ромбик помедленнее. Круг и трусы приоритет. Круг и трусы. Жестче, жестче. Ауе стан паладины. Гнев небес. Осквернение. РДД рейндж. Разбиваем трусики. Забили, забили на ромбик. Лича бьем. Все под босса. Под босса. Идем, идем под босса. Лужа влево. Все в звезде стоим. Лужа влево бежит. Как второй лужи, которая создана. Станем валик сейчас. У нас будет много времени. Станы валим и бьем валькир. Блять. Круг, все в круг. Почему, блядь, меня каждая волна хватает? Давайте, две вали в центре, осквернение, как огурчик лужа. Две вали разбиваем. Лича за ними веди, и сейчас переходка будет. Ебашьте круг. Ауе стан ретрики. Проценты. Ладно. Ну, боже мой. 2% семьи. Так, Рома, ты тут 2%, играйте в Лича. Играйте в Лича, сейчас нормально будет переход. Давай Ваня поговорит, дай ему ассист. Давайте. Милики, отошли, сейчас будет. Давайте, на край идем, всех на край, пошлите. Играем в валькиру, которая будет... Слышно, слышно. Не сюда, говори да, еще, Рома. Давай. Играйте в Личей. Новая валькира... Андрей, 10 не пьет, у тебя пьет мертвый. Нового духа не бейте, короче, мана есть, все есть. Давайте, забирай, паладин, забирай нового духа, играем нового духа. ДК, забирай нового духа. Паладин, заберешь следующего духа, как появится. Рома, ты комнату сможешь поводить? Да. Да, да, пока да. Но если вдруг я затыкаюсь, буду все время говорить, если я замолчал, значит все, блядь, ведите сразу. Хорошо, да, играйте в нового духа. Все, рейк, короче, тварь. Эндора, щит и гимн на ману. Пускай несколько меток будет. Шары, 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 шары. Помогите. Пойдись опять. Блять, духа отверните, отверните, отверните духа. Сало духу дайте, пожалуйста. На мне звездочку не снимайте, я веду сейчас. Со мной идем, звезда я. Кеш, куда? Звезду, звезду. Идем. Идем, идем, звездочку. Стоим в звезде, не бежим вперед, бомба взорвется, потом побежим. Побежали. Иначе, как и я, вы будете навек порабощены этим проклятым клинком.
Топал, ты ловишь духов, бежим, которые спускаются с неба после комнаты, которых в лич будет призывать. Под каждых духов прожимайся, там то Трини, то БЗ, по чуть-чуть их лови, гневом небес их обязательно стань поднемножку, чтобы они не все сразу в тебя взрывались. Лужу под них лей, таунт их, только мастаунт не жми, чтобы лича не забрать. Вбиваем все квадратик духа, дримзив, лужа, духа на край, лича на край. Уходим на противоположную сторону. Забили на все. Уходим на противоположную сторону за личом. Уводи лича. Уводи духа тоже за личом. Он дыхнул уже нормально. Все, не надо никуда уводить ничего. Идем к звезде все. Рейд к звезде. Прижались, кроме протопала. Бежим далеко. Не жми мастаунт, я же сказал. Вышли с лужи, вышли с лужи. И уходим на противоположную сторону. Убеди, выйди потихоньку. Вводи, вводи. Просто после комнаты будет просто. На другую сторону переходим после комнаты. В звезду идем. Я звезда, я жив, я не лагаю. Идем. Звездочка. Идем за угол, заходим, там захилимся. Давайте чуть-чуть проходим, чуть-чуточку. И идем дальше. Хорошо, все по хп, идем. Давайте, идем. Идем. Пошли. Еще идем. Все замечательно. Пошли за угол. Стоим. Давайте проходим дальше. И будем стоять до выхода уже. Бежим дальше. Бомба падает. Бежим, бежим, бежим в звезду. Все, стоим. К звезде сейчас бежим, рейд. К звезде. Лича к звезде, рейд к звезде. Вышли с лужи. К звезде, быстрее, духи пошли, протопал духов. Давайте крылья, там фурики прожимайтесь. Гарга, вижу, прилетела. И пашем лича. Прикольно, ты крылья прожала, ловишь их, прожала. Нахуя крылья? Извините. Дух летит, поймай духа с нас. Уходим на противоположную сторону. Пошли к звезде все. Быстрее, осквернение. Милики набрали рейндж. 3 секунды лужа. Слышно? 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 Слышно. Прием. Замечательно. Протопал духов. Красную каплю. СС протопаладина. Не забудьте локи СС, пожалуйста, обновить. Мы ревностный срез, когда бежим. Я здесь, звезда здесь, идем. Звезда в шоке. За звездочкой. Бежим. Еще идем. Идем, братишки мои, идем. Еще идем. Проходим за умом. И вы все охуенные, ни одного духа не вижу. Просто так рандомно ходить. Стреляю в меня, бежим. О, этого видел. Это было 3 секунды, все, стоим, бежим. Притяжку заюзал. Сейчас к звезде. К звезде, к звезде, рейд, лич, к звезде. Лужа в центре, золотистая. Вышли с лужи, все к звезде прижались, от мелких не умирать. Прожимайте все свои обилки, красную каплю протопалу и добиваем. Секунд осквернения, не забудьте набрать рейндж. 3 секунды лужи, набрали рейндж. Милики вышли. И уводи на ту сторону и добиваем. Уходим, уходим отсюда. Духи спускаются. Уходим. Я все убил. Че, Ваня, как я хилю за друида? Ну-ка посмотри. Нормально. Зависит. А нормально, что у меня восстановление на третьем? Чё у тебя? Восстановление на третьем месте. Ну, так и должно быть. Да? Я просто думал, что будет рост и омоложение, и всё. То есть я правильно сообразил?
Ну, конечно, на таких вот, когда постоянно дамаг идет, оно хорошо. Во тьме прям хорошо. Не знаю. Ну, Элим духов бьет. Маг, красава, лоб, красава. Воинов, которых знал мир. Так, маловато, конечно. В мои руки, как я и рассчитывал. Хаткарас в Карибском море захватили мы фрегат. Он достался нам без боя, ликовал в ту ночь пират. Нас не мучили вопросы, почему на корабле ни единого матроса не скрывается во мгле. Дни веселые настали, дьявол круто пошутил. Очень скоро мы узнали, что корабль проклят был. Я не могу не улыбаться, часто вспоминаю я. В первый раз, когда в бою голландцы насмерть ранили меня. Я был готов умереть, я упал и закрыл. Ну вы чё? Извините, пришлось его перенести в другой камп. Да заебался. Я надеюсь, он не скоро заметит пропажу. Все равно, блядь, ну, убили, все равно Лича добивать, все, блядь. Там Музан, скорее всего, ебашит, можете туда перейти послушать. Да вряд ли он отключается. Надо включать. Да, что, как вы там, ребята? Да, нормально. Понятно, понятно. Вот как лето проходит. О, это вообще жесть. Малина, короче, смородина, ерга, блин, все растет прям кустами огромными. Да, нормал. 3 ведра малины уже собрал. 2 ведра черной смородины. 1 ведро красное. Ведро ерги. Что такое ерга? Ну, ягода такая. Кто-нибудь знает, что такое ерга? Да. Это моя любимая ягода. Вкусная ягода вообще. У меня такой нейтральный вкус. Ерги нормальные. Да. Черник. Ну, блядь. Не знаю даже, на что она похожа, блядь. Кто ее пробовал. А чё, кстати? Черноплодка только маленькая. Подождите. Да, на черноплодку. Я когда вайпнул рейд тогда... Подожди, Слав. Я в пятницу, когда вайпнул рейд, мне же ГП дали тогда, да? Я не помню. Дали. Это было очень грустно, блядь. Ты сам попросил. Да, ну это честно было, ну реально. Я просто... У меня трясились руки уже, я знал, что мне пизда будет. И все, я не успел отбежать. Кирена, срочно. Коня, по рогу. Угу. Так, кто же первый? Зачем тебе Кирена? Так, или... Гильдаль. Гильдаль вышел. Гильдаль, поздравляю. Ты выиграл Кирену. О, спасибо. Первый килл для Лича, кстати. Эндора, спасибо тебе за рейд. Дашкин, поздравляю. Ты стал лучше. ДПС. Какой ты пати, блядь? Завоеватель Рольте. Рома, ты в РС пойдешь? Слушай, да я не знаю, надо дверь пойти открыть заранее. Пойду, наверное, но могу отвалиться. У меня сейчас просто девушка на работе, не знаю, она когда вернется. Так, ну я должен на коленях встречать прямо голову. Сука. Жень, бля. Давайте ролим. Мочи, в принципе. Те, у кого нет, рольте по-честному. Чем заслужил вполне дамажил, блядь, весь страй. Как улетел на вальт, а это не он. Поздравляю, ни к чем. Так, 2500 ИП сейчас. Кто-то перезаходит, нет? Давайте, перезаходите пока. Да. Хорошо убили, да? И на РС сразу заходим. А
А я бы перезашел на ЕП, если можно. Ну перезаходи. Давай, Рэл. Блядь, как зайти? На кого мне заходить? У меня вот друг ДГП. Да блядь. Скажи, кого кинуть, потом точно кину. Ну давай, давай, кинь Навара на МСР. Фукасаку как огурчик на этих персов, да, ИП? Да. Да. А кто-то ливнул сейчас? Кто-то с волчата был или что? Я ливнул, и Эндора был с волчата. А. Сейчас накину. Так, на кого ты говоришь, Навара? Да, на МСР. Видишь, Войт, сегодня ты себя адекватно ведешь, впервые похилошь. Приятно в рейде с тобой быть. В смысле? А бывает, когда он себя ведет, ты хилишь, как говном. Когда я себя, когда он говорил, ты что, бля, обкурился, что ли? Да почти всегда. Это сегодня ты как-то необычно себя ведешь. Да ты дурачок. Я не понимаю, что она, но у него какой-то, блядь, какой-то, как тёлка какая-то, блядь. Я свой дом не пойду, что это за бред, блядь? Или просто... Закиньте его нахуй, да и все, блин, не ебите себе мозг. В натуре. Он такой, блядь, странный тип, пиздец. Мне пати, я зайду кем надо.